предыдущей битве победил. Сегодня кофе против Ванга. Иван вернулся, отойдите в сторону. Миллионы лайков, да легко, только дайте повод. Знаешь, это имя на устах у каждого в инете. Иванга вернулся, спросят каждому, ответьте. Прием, раз, два, кофе, бро, ну куда собрался? GTA уже не в моде, парень быстро обломался. Алло, банда, вам это не повредит. Кофе это кофе, да вот что-то только не богат. Когда мой настанет час, рты хейтеры закрыли. Твое место в кофе, посади меня опять со в стиле. Иванга вернулся, в шоке даже PewDiePie. Гайсы вперед, а кофе скажем бай-бай. Да он похоже там задыхался, когда сказал про GTA. Я от смеха задыхался. Иван, не лезь на наших, банду YouTube не трогай. Это Олег Кофе, Иван взял слишком много. Люди смотрят Ивангая в непонятках, что случилось. Даже гайсы не узнают, будто это амнезия. Лучший летсплейщик Кофе, ну что не впечатлило? Миллион за миллионом, ну посмотрим кто тут сила. Это YouTube банда, Fresh, Варпач, Кофе и другие. Намного не надо, зрители бы веселились. Иван number one, нет уже когда же год. Летсплейщики круче, если за, тогда вперед. Ну да уж, Кофе, все что сказал ты чепуха. Все летсплейщики одно и то же, это ерунда. Гайсы не бросают Ивангая, ждут хоть даже год. Пусть не первый Ваня, но его уж точно обойдет. Кто выиграл, решать тебе.